Отель. Там где-то стоит швейцар. Плохо видно, да? А, 273 метра это Landmark Plaza. 273 на 360 градусов видно. А, 750 метров, ребята. А, эскалатор 750 метров. Ничего себе. Нет, я там была как-то один раз. А вот она. Вот она стоит, зазывает. Помахали ей. Никого пока нету. 30 минут. Ну и вот она, Landmark Plaza. Здесь же кафе. Ну и тут у нас что? Landmark Plaza, значок ее. Что, войдем? Угу. Двери открываются, закрываются. Ой-ой-ой. А реклама. Тиффани, а как же без него? Ну и тут у нас... Я тут бываю всегда перед Крисмасом. Здесь стоит очень красивая елочка. Каждый год она разная. Вот там, где посерединочке вот этот вот значок. Там всегда стоит елка красивая. Сейчас там просто столики поставлены, будете отдыхать. Ну, здесь шопинг, шопинг. Вот и дети разные. Такой вот. Рестораны, кафе и всякие магазины. Ну, тут у нас объяснение такое, да? Что где есть, на каком этаже. Да, пойдем. Пойдем мы к Интерконтиненталь отель. Пока выключаемся.